Казахский гребец отстранен от Олимпиады из-за допинга. Российская мужская четверка по академической гребле отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Лагерь английского языка Discover КФУ продолжает свою работу. Здесь школьники-старшеклассники из различных городов России могут почувствовать, что значит быть студентом КФУ. В день празднования Ураза-Байрам общественный транспорт в Казани начнет работать в 4:30 утра, чтобы доставить пассажиров в казанские мечети к началу праздничных богослужений. Жителям Казани представят фирменный стиль казанского зообоцада. Новый имидж выберут по итогам открытого профессионального конкурса. Автор лучшего дизайн-проекта получит 826 тысяч рублей. В Казани цены на бензин остаются на прежнем уровне, тогда как среди столиц регионов Приволжского федерального округа средние цены на бензин повысились. В парке Горького открыли пеленальную комнату. В небольшом помещении молодые мамы могут покормить ребенка и сменить ему подгузники. В Казани могут появиться круглогодичная этнографическая деревня и этнопарк. Он позволит в течение года знакомить гостей с национальной культурой республики. Казань встречает цветочный фестиваль 2016. Необычные живые композиции перед театром «Кукол и Киат» представили 23 организации, специализирующиеся в области ландшафтного дизайна. Фотографироваться, гулять и наслаждаться красотой казанцы смогут в ближайшие 3 месяца. Реконструкция парка «Черное озеро» в Казани закончится в конце августа. В июле будет проводиться демонтаж покрытия.